понимаем, что жаркая погода, люди расслаблены, чувство опасности притупляется, но коронавирус, он никуда не делся, он ежедневно около 100 человек у нас выявляется, а ежедневно почти у нас смертельные случаи, не ежедневно, но, к сожалению, они есть, поэтому мы такую работу. Постоянно, как часто меняется, водитель в маске, не в маске. Ну и самое водитель главное. Водитель в маске и меняем их через каждые 2 часа. Вам их выдают, да? Да, да. И хлорку нам дают, протираем мы. Скажите, пожалуйста, вас как зовут? Лена. А, по очереди. Меня зовут Казаченко Александр, я министр транспорта и дорожного хозяйства. Скажите, вы с пассажирами общаетесь или вылечиваете их? Ну, конечно. Как много из них носит маски, сохраняет меры предосторожности? Почти 50%. Некоторые не одевают маски. Отпущим, говоришь, но не говорят. Вы замечания делаете? Да, да. Ну, сразу посылают. Как воспринимают? Ну, кто-то говорит, что достанут, другой говорит, иди ты, ну, туда, куда положено посылать. У вас такое мнение, да? Вы на что-то обосновываете или что-то, нет? Только научными данными. А как вообще относитесь к тому, что вот сейчас у нас предложили усилить вот этот масочный режим, контроль за масочным режимом? Никак не отношусь. Штрафов каких-то не боитесь? Ничего? Я не каждый день куда-то выбираюсь. Это не тот. Давай. А вас не мама? Да, проводите. Вообще никогда не моется. Никогда. Почему за это никто не сидит? Окна грязные, полы, посмотрите, тут аллергия у людей. Вот едешь, да, и пыль прям столбом. А вы маску все-таки одеваете больше от пыли или... Нет, ну сейчас понятно, если с коронавирусом, вообще за это никто не сидит. Никто не моет транспорт городской, вообще никогда. Страховать каждого, конечно, невозможно. Здесь нужно работать... Именно надо мировоззрением наших жителей, надо пониманием то, что угроза, она реальна. Но надо понимать, что работа с мировоззрением это не за один день делается и даже не за месяц. Не за один день и не за один месяц, но вопросы профилактики коронавирусной инфекции, других инфекций, там гриппа и прочих дел, они, я думаю, будут актуальны еще долго.